обычно пришла, все телевидение может снимать. И считать, что все готово. Обязательно пойду, это мой гражданский долг. А за кого будете голосовать? За коммунистическую партию. Почему? Потому что я их уважаю. А верите ли вы в то, что выборы будут честными? Я надеюсь, будут честными, потому что это народ решает все проблемы. Власть вовсю использует свой ресурс, и уже результаты, в принципе, будут ясными. Победит партия власти. Но все равно попробуем. Предвыборная агитация прошла с очень большими грубыми нарушениями. Нас не допускали к эфиру Первого канала. И вчера, вот самый последний пример, вчера вечером Первый канал полностью, нарушая закон, показывал даже рейтинги надуманные. Позавчера сам президент с трибуны Первого канала, национального канала, агитировал за партию «Ак-Жол».